В этом видео будет рассмотрено два комбинезона – КБУ от торговой марки «Природа» и «Холодок» от дизайнерской фирмы «Вип Доги». Комбинезон «Природа» пошит из плотной плащевки. На шее и животике регулируются утяжками. На рукавах есть цветоотражающие полосы. Подкладка синтепон. Застегивается комбинезон на спинке с помощью змейки. Подходит комбинезон как для мальчиков, так и для девочек. Комбинезон «Хризантема» выполнен из качественной плотной плащевки. Подкладка флис. Комбинезон отлично подойдет для вашей девочки мопса. Он учитывает особенности строения тела этой породы. Он короткий по спинке и широкий в грудной клетке. Застегивается комбинезон на спинке с помощью кнопок и прорезиненной застежки. На лапках есть манжеты с резинками-фиксаторами. Модель комбинезона «Хризантема» предназначена исключительно для девочек. Она максимально защищает животик. Для мальчиков существует аналогичный комбинезон, который называется «Холодок». Эти два комбинезона похожи между собой по своему предназначению. Мопса нужно в них одевать в холодное время года. Они отличаются по покрою и качеству ткани.